Ребят, всем привет. Дайте, пожалуйста, обратную связь. Поставьте от 1 до 10. Насколько меня хорошо слышно. Дайте, пожалуйста, обратную связь. Есть же. Супер. Все отлично. Супер, супер, супер. Так, друзья мои, давайте еще буквально 2 минутки подождем. Всех опоздунов, люди присоединяются. Это супер. Пунктуальность у нас в крови, как я уже говорил, поэтому 2 минутки ждем, стартуем. Напишите, пожалуйста, поставьте, пожалуйста, в чат цифру 7, кто первый раз узнал про Инстагейм и сейчас пришел послушать, узнать, что это за чудо. Чудо из чудес. Отлично. Отлично, отлично, отлично. Супер. Достаточно много у нас людей, новичков, которые только пришли. Ну и давайте еще по традиции посмотрим, насколько у нас мы стерли границы между городами и странами сейчас. И напишите, с какого вы города или с какой вы страны. Давайте посмотрим. Тверь, Молдова, Новосибирск. Супер. Крым наш. Как бы это обидно ни звучало. Возможно, для кого-то Иркутск, Ленинград, Казахстан, Беларусь, Украина. Блин, сколько на самом деле мы открыли уже стран. Просто не счесть, друзья мои. И Израиль присоединился к нам, и Америка присоединилась. Блин, круто, круто, круто. Планета Земля, супер. Комсомольск на Амуре, Нижневартовск. Нижнеудинск. Вот так вот. Скоро о нас будут говорить все и все, и абсолютно все. Вот. И только самое лучшее, и только самое положительное. В общем, друзья мои, наверное, нет смысла больше лить воду. Все пришли, кому нужно. Кто захочет, посмотрит, соответственно, записи этой презентации. Вот. И, соответственно, в конце, друзья мои, в конце презентации я вам сейчас все наглядно продемонстрирую, покажу, расскажу. И в конце отвечу на все ваши вопросы. Сегодня будем говорить про деньги, про бизнес и про возможности. Меня зовут Николай Жаричев. Я один из основателей сервиса ProStoGain, просто самого мощного и крутого инструмента, и сейчас я не на словах, а на деле докажу это, соответственно, и расскажу, к чему мы стремимся, к чему хотим прийти, что у нас есть уже сейчас, что появится в ближайшем будущем. Соответственно, друзья мои, буквально, наверное, 30 минут, 40 минут вашего времени займу, больше не займу, и самое главное, в конце вы должны будете принять решение, те люди, кто первый раз, да, будет слышать об этом. Мы каждый день принимаем какие-то решения, да, кушать правильную пищу, либо, да, либо кушать какие-нибудь гадости, да. Кто принимает это решение? Мы с вами, да. Поспать побольше, да, либо встать пораньше. Кто принимает? Мы, да. Соответственно, эти решения, они качественно влияют на нашу жизнь. То есть если вы каждый день принимаете много маленьких решений, много маленьких побед делаете, это превращается в одно правильное решение, в одну большую победу. Если вы каждый день принимаете решение, там, сегодня, там, ну, съел печенюшку, чего страшного, там, да, ну, энергетик выпил завтра и так далее, в итоге ожирение, да. Соответственно, я очень хочу, чтобы вы в конце этой презентации приняли правильное решение, которое вас приведет к наилучшему результату. А результат будет следующий. Каждый из нас, я думаю, что осознанные люди сюда пришли, неосознанные люди все скорее смотрят сейчас телевизор, вот, зомбоящики, я так называю. Каждый из нас поставил перед собой какие-то планы и цели на 2020 год. Все скорее это связано с материальными ценностями и, соответственно, нужен крутой качественный инструмент, который позволит это сделать, соответственно, добиться этих целей. И как раз-таки про этот инструмент я и буду говорить. Вот, еще раз. Коль, хочу майку с логотипом, как у тебя на свитере. Друзья мои, ну, будут презентации, у нас живые мероприятия, соответственно, все будет. У меня еще сзади есть. Как вот так? Ну, это я так перед командой понтанулся чуть-чуть. Так, друзья мои, в любой бизнес, в любую компанию прежде всего идут за человеком. И что важно мне было бы услышать, как человек, который будет смотреть со стороны на это все. Я был в огромном количестве компаний, то есть и всегда идешь не за продуктом, а за человеком, за идеей, да, то есть за вдохновителем, за человеком, который, да, то есть ведет людей. Соответственно, я хочу, чтобы мы немножко с вами познакомились. Мне 28 лет, я любящий муж, счастливый отец трех маленьких детей.
Вот, просто гейм – это мой четвертый ребенок, соответственно. Я сержант войсковой разведки, ветеран боевых действий, соответственно. У меня ценности, поверьте мне, максимально правильные в этой жизни. И я стремлюсь к созданию пассивного дохода. Для меня создание пассивного источника дохода – это возможность быть свободным, счастливым человеком. Потому что только пассивный доход, правильный пассивный доход, то есть не от финансовых пирамид, от чего-то, хотя финансовые пирамиды тоже могут, можно использовать как инструмент, я нормально к этому отношусь, но смысл в том, что нужно стремиться к созданию именно пассивных источников дохода. Потому что, кто не читал Киосаки, обязательно это сделайте. Именно пассивный остаточный доход откроет вам путь к духовной свободе, отдых, путешествия, саморазвитие, познание детей, воспитание себя там, и так далее. То есть вы сможете раскрыть свой потенциал, если у вас будут деньги остаточные, да, так сказать, которые вам будут приходить на полном пассиве, и тогда вы сможете деньги, да, то есть тратить время, тратить деньги, да, то есть вы будете свободны и сможете заниматься тем, чем хотите заниматься. Это очень важно. И как раз-таки просто гейм тоже можно рассматривать как источник пассивного дохода только при одном условии. Сначала вы должны поработать как следует, то есть халявы здесь нету никакой, да, то есть это сервис, прежде всего, людей с активной жизненной позицией. То есть здесь нужно сначала попотеть, поработать, и только потом у вас будет пассивный остаточный доход от однажды проделанной вами работы. То есть не от вложенных вами денег, как в любую финансовую пирамиду, то есть сразу разберем. То есть ты вкладываешь в финансовую пирамиду 100 тысяч, миллион, и получаешь какой-то процент, да, там 1%, 2% в день и так далее. И ты ни на какие процессы не влияешь. Здесь сколько будешь зарабатывать именно ты, зависит только от тебя. Ты хочешь, можешь заработать $100, хочешь $1000. У нас есть кейсы, когда девочка заработала там $2000 за вечер, понимаете? То есть здесь зависит доход только от вас, от вашей энергетики, от вашего огня, который горит у вас внутри. То есть вот вы должны это понять, что все зависит от нас самих, как поет елка. И вы должны это понять. То, что это сервис людей осознанных, то есть те, кто приняли решение взять ответственность за свою жизнь в свои руки, да, и готовы взять ответственность за других людей. В общем, это свободный бизнес свободных людей, то есть мы никого ничего не обязываем, то есть у нас нет никаких обязательных платежей, которые нужно делать постоянно, закупки какие-то какого-то товара, чтобы складировать этот продукт дома. Наш продукт – это прежде всего IT, да. Соответственно, сейчас еще немножко расскажу, потом объясню вам всю логику. Наша основная задача здесь сейчас построить рынок, потребительский рынок. То есть сейчас реалии бизнеса таковы, особенно в кризис, да, то есть когда бизнес строится немемножко по-другому. То есть не стандартно, ты сначала производишь какой-то продукт, а потом этот продукт выпускаешь на рынок. Мы идем немножко по другому пути. Мы сначала строим партнерский рынок, ищем лидеров, дистрибьюторов в разных городах, сильных партнеров в разных городах и странах, а потом уже заведем на этот рынок продукт. Соответственно, вы сейчас можете зарабатывать на партнерской программе хорошие деньги. То есть мы 100% маркетинга, 100% денег отдаем в сеть. И каждый может зарабатывать хоть сколько угодно. Вообще неограниченное количество денег вы можете зарабатывать. Все лишь зависит от ваших, от энергии, да, то есть от огня, который горит внутри. И сейчас, то есть вот наша задача собрать с вами такой комьюнити, закрытый клуб, да, я еще люблю называть это секта. Кто бы что ни говорил, секта, знаете, это одно из самых сильных сообществ, да, секты в основном это религии, но как раз-таки мы секта голодных, жадных до денег, жадных до жизни людей, людей, которые, то есть секта – это узкий круг людей с общей идеей, с общей ценностью, которые поддерживают какую-то общую идею, понимаете? И у нас идея одна простая – выбраться из финансовой задницы, простите за выражение. Но идея у нас очень простая. Есть разные секты. Есть секты любителей целовать начальников задницу. Есть секты любителей ездить на общественном транспорте, там, в метро, понимаете? Есть абсолютно разные секты, да, то есть, но у нас именно такая молодая, заряженная секта голодных, жадных до жизни людей. То есть, поэтому задача собрать вот именно закрытый клуб таких сильных, целеустремленных. И как раз такая одна из ценностей просто гейм, одна из ценностей просто гейм – это люди. Люди с просто нереальным потенциалом. То есть, смотрите, у просто гейм – это компания, это стартап. Стартап, который в потенциале может вырасти просто космическими темпами. То есть, смотрите, я хочу, чтобы вы уловили логику. Был когда-то изобретен Инстаграм. Это просто мобильное приложение было для того, чтобы фотографировать еду и все. Но из этого мобильного приложения компания выросла в огромную-огромную компанию, в огромную индустрию, в которой, ну, нереально много денег. И люди, которые зашли на старт туда, конечно, зарабатывают неприлично большие деньги. Особенно блогеры, которые начали заводить первые странички и так далее. И
нашей компании потенциал, он огромен просто, но наш потенциал зависит не от разработок на самом деле, а от людей. То есть потенциал компании будет расти только тогда, когда мы будем раскрывать ваш собственный потенциал. То есть сервис просто гейм будет создан для того, чтобы помогать людям раскрывать потенциал. Вот это вы должны понять. А чтобы раскрыть свой потенциал в жизни, чтобы добиться в жизни успеха, абсолютно неважно где, добиться успеха, но нужно прежде всего окружение, сильное целеустремленное окружение. Если вас в жизни окружают овощи, которые ничего не хотят, да, то есть нужно искать окружение, которое клуб обеспеченных, да, клуб обеспеченных. То есть прежде всего окружение нужно сформировать вокруг себя, то есть сильных заряженных людей, которые вас будут прежде всего поддерживать и будут помогать вам проходить эту длинную дорогу, а не люди, которые будут насмехаться над вами, люди, которые не будут верить ни во что и так далее. То есть просто гейм – это хороший инструмент для того, чтобы профильтровать свое окружение и посмотреть со стороны, а какие люди вас окружают, а какие ценности вообще у этих людей, да, то есть к чему они стремятся и так далее. То есть прежде всего это сильное сообщество. Здесь сильные остаются, слабые уходят. То есть в любом случае здесь слабые люди, они уйдут. И в конечном итоге останется очень сильное сообщество. Следующий момент, то есть мы пропагандируем знания, да, то есть не как в Буратино, да, закопал деньги там и ждешь, когда вырастет денежное дерево, нет, наши деньги прежде всего вот здесь, чем больше извилин в вашей голове, тем больше денег в вашем кошельке, то есть количество денег в вашем кошельке зависит исключительно об экспертности, то есть ваша экспертность позволяет вам зарабатывать больше, соответственно, наша задача дать самое лучшее обучение на платформе, которое позволит вам получить экспертность в тех направлениях, которые сейчас максимально нужны, да, то есть максимально востребованы. Такие как создание трафика, создание личного бренда, продвижение личного бренда. Мы живем в 21 веке, друзья мои, очнитесь, уже нету кнопочных телефонов, все ходят уже, сейчас уже гибкие экраны и прочее, сейчас все роботизировано там, сейчас деньги заменят криптовалюты и так далее. Мир меняется, и вы должны понять, что деньги в наше время – это подписчики, это там люди, да, грубо говоря, то есть… Нефть – это трафик, да, то есть если вы умеете создавать трафик, вы владеете нефтяным заводом и так далее. То есть сейчас те же самые 90-е, только вот здесь происходит. То есть если есть извилины, то можно зарабатывать. Соответственно, эти извилины нужно нарабатывать, как в тренажерном зале. Ходите, занимаетесь, мышцы растут. То же самое здесь. Если вы будете смотреть наше обучение, если вы будете посещать рабочие встречи, то вы постоянно будете развиваться вместе с нами. То есть мы развиваемся, и вы развиваетесь вместе с нами. А дальше что мы делаем? Мы просто отдаем, мы несем ценности. Чем больше мы отдаем, тем больше мы получаем. Соответственно, вот такая вот наша задача сейчас – создать сильное сообщество людей, кто будет развиваться, целеустремленных сильных людей. И дальше уже, соответственно, наложить туда еще дополнительно продукт, на котором все будут зарабатывать. Цена продукта низкая, ценность продукта очень должна быть высокая. И просто гейм, конечно же, сейчас я попробую вам включить рабочий стол. Сейчас я зайду на свой личный кабинет и покажу вам личный кабинет, чтобы, как говорится, 7 раз услышать, 1 раз увидеть. Я думаю, сейчас вам будет интересно, как это выглядит изнутри. Вот, и расскажу вам все более подробно. Так, я очень надеюсь, что у меня сейчас рабочий стол все-таки покажется. Опа. Так, друзья, напишите, пожалуйста, в чат, если... Напишите в чат, если все в порядке. Все окей, видно мой экран, отлично, то есть видно мой рабочий стол, видно мой экран. Все, супер. Супер. Итак, что начинается? Все начинается вообще с того, что вы, да, заходите, регистрируетесь. Регистрация бесплатная, вас ни к чему не обязывает. То есть вы, вот как раз я говорю здесь про сообщество, про финансы, про знания, про окружение. Соответственно, вы регистрируетесь, регистрация бесплатная, вас ни к чему не обязывает. Дальше вы попадаете в личный кабинет после регистрации. Итак,
Пирамида, скажете вы, но постойте делать поспешные выводы. Итак, вам нужно будет оплатить одну из матриц, как бы стоимость матрицы $10. $10 плюс мы берем $2.5 единоразово на обслуживание и поддержание личного кабинета. То есть из-за того, что мы 100% всех денег отдаем в маркетинг, соответственно, $2.5 вы обслуживаете единоразово за обслуживание личного кабинета. То есть на эти деньги мы содержим сервера, мы содержим зарплаты программистов, техподдержки. То есть мы несем вот эти все какие-то издержки. Соответственно, это все закладывается, соответственно, в стоимость первой матрицы. То есть единоразово вы оплачиваете $2.5 и, соответственно, оплачиваете матрицу за $10. Прежде чем рассказать про матричный маркетинг, я вам хочу показать сейчас то, что у нас есть. То есть сейчас есть обучение, но это обучение исключительно по сервису. В ближайшее время, ближайшие 2 недели, я вам могу сказать честно, что здесь будет самое лучшее обучение по продвижению личного бренда, по нетворкингу, по Инстаграму в целом. То есть от создания крутой шапки, крутого описания, до крутых вовлекающих сторисов, до механик игровых в Инстаграм и так далее. То есть все это обучение, оно уже готовится, нам нужно его загрузить. Мы сейчас немножко скорректируем, загрузим его, и каждый из вас может получить это обучение за $10. То есть, чтобы вы понимали, это цена 3 чашек кофе, друзья мои, но это смешно, потому что такое обучение, оно в интернете в среднем продается 10, 15, 20 тысяч рублей. Кто-то продает за 30, за 50 тысяч рублей. Понятно, что можно продать и за 1 000 000, но мы даем это обучение вам абсолютно бесплатно. Также вы получаете набор сервисов. То есть, прежде всего, это сервисы направлены на что они направлены? На то, чтобы научиться искать людей на холодном рынке и обрабатывать этих людей автоматическим способом, то есть автоматизировать ваш интернет-бизнес. То есть, допустим, вы делаете визитку, то есть $60 на год стоит визитка, вы ее получаете бесплатно. То есть открываете, создаете для себя визитку, то есть интернет-визитка, где вы рассказываете о том, чем вы занимаетесь, то есть какой у вас род деятельности, то есть чем вы можете полезны быть людям и так далее. То есть вы рассказывайте людям о себе, да, то есть это визитка, и она тоже очень важна, если вы занимаетесь бизнесом в интернете. Дальше, то есть это инстадирект, соответственно, чтобы легче было вести переписки через Инстаграм. Это аналитика аккаунта, это автопостинг, автоответчик в директ. 199 рублей он стоит, вы получаете его на месяц абсолютно бесплатно. Согласитесь, друзья мои, приятно получить все эти сервисы абсолютно бесплатно, всего лишь за $10. То есть вы на них потратите больше $100, там, да, за, если будете приобретать отдельно, здесь вы их получаете в подарок. То есть вы получаете сервисы, и вы получаете наикрутейшее обучение. Дальше следующий момент. То есть у нас проходят периодически рабочие встречи. Вот ценность, я говорил, то, что ценность – это люди. И когда вот такие люди проводят, то есть вот Татьяна Овчинникова у нас будет проводить 6 числа, будет проводить рабочую встречу и поделиться своим опытом, знанием. Это человек, который собирал многотысячные команды, да, то есть человек, который во многих компаниях, да, то есть собирал огромные команды и большие чеки. И ей есть чем с вами поделиться, друзья мои. То есть мы учимся друг у друга, и это самое клевое. У нас есть арена, то есть где мы рубимся, где лучшие из лучших показаны. То есть вот, допустим, за эту неделю, друзья мои, сегодня вторник, только 4 часа, а у нас уже есть партнеры, которые пригласили 79 человек, активировали. За 2 дня, за 1.5 дня 79 активаций. Это очень мощный результат. То есть вы всегда можете что сделать? Перейти на Инстаграм аккаунт и посмотреть, что это за человек, как он это делает, то есть последить за ним, еще что-то. То есть вы всегда можете перейти в Инстаграм, и на этом фишки с Инстаграмом не заканчиваются. Я вам чуть позже расскажу механику, которую мы разработали. Евгений, я тут. Хорошо, Евгений, покажу твой Инстаграм. Вот так, вот такой вот у нас монстр приглашений. Я очень надеюсь, что Евгений проведет для нас рабочую встречу, поделится своим опытом, расскажет, как и что он это делает. В общем, у нас здесь есть раздел «Кошелек», соответственно, где мы можем увидеть вот сейчас на балансе $1888, 3 восьмерки, хорошо, денежная цифра, я могу эти деньги вывести прямо сейчас. Соответственно, здесь в истории я вижу полностью каждый платеж,
кто сколько чего сделал, соответственно, могу отслеживать полностью статистику, аналитику аккаунта. То есть это тоже очень важно, друзья мои. И, соответственно, что у нас есть еще? У нас есть статистика такая, то есть мы можем смотреть статистику, сколько мы заработали за текущий день, сколько мы заработали за текущую неделю, сколько мы всего заработали. То есть можно сказать, что за 10 дней заработано на этом аккаунте 3100 долларов. Для кого-то это большие деньги, для меня это, конечно же, небольшие деньги, то есть я привык к более большим чекам, соответственно, но самое сложное в любом бизнесе – это начать, поэтому, конечно, самое сложное – это на старте приложить вот эти первоначальные усилия, и сейчас принцип Парето 80-20, этот принцип, он везде в жизни присущ нам, и, соответственно, 80% усилий мы сейчас будем прикладывать и получать будем только 20% результата. Но в конечном итоге, набрав свою команду, то есть, видите, моя команда, набрав свою команду, вы, конечно же, что будете делать? Вы будете прикладывать меньше усилий, будете прикладывать меньше усилий и получать больше результата. То есть у меня есть лидеры, да, то есть сейчас у меня очень много регистраций идет. Вот. Так, просто чтобы показать вам. Вот, допустим, один из, то есть я позвал Лилю, она в свою очередь сама лично пригласила 71 человек, и у нее структура уже 1169 человек, то есть представьте себе, здесь вопрос, вам нужно искать не количество людей, а качество людей. То есть достаточно найти одного такого человека, как Лиля, и вы сможете зарабатывать здесь уже на пассиве, то есть огромные деньги. Но чтобы найти Лилю, нужно провести 100 встреч, там, я не знаю, там, подать рекламу. То есть нужно искать ее, как иголку в стоге сена, и в конечном итоге вы ее найдете. То есть, как знаете, в любой колоде есть 4 туза, и, соответственно, в любой колоде есть 4 туза. Вам просто нужно переворачивать карты, и вы рано или поздно найдете таких людей сильных, которые смогут построить вам большие команды. Вот, соответственно, перейдем к матрицам. Сейчас расскажу вам немножко про матрицы еще. Смотрите, как вообще все происходит. У нас есть 9 мест, это 9 ступеней. То есть, знаете, как в любой компании есть карьерная лестница. То есть в любой компании есть карьерная лестница, по которой вы двигаетесь, поднимаетесь. И, соответственно, здесь это тоже карьерная лестница. И почему именно называется просто гейм? Потому что я, понимаете, убежден, что чем бы вы ни занимались, всегда нужно подходить к этому играючи, легко, с удовольствием, по кайфу, понимаете? И от того, насколько вы будете кайфовать от того, что вы делаете, от того вы будете получать и, ну, то есть вы будете любить то, что вы будете делать. Соответственно, гейм – это игра, то есть мы играем в сервис, да, то есть, но это сервис в реальную жизнь, то есть это инструмент, который улучшает нашу жизнь здесь, сейчас, понимаете? То есть это крутая игра, крутая механика, которая позволит вам зарабатывать большие деньги, приобрести крутое окружение, получить новые знания, научиться пользоваться инструментами. И забыл еще рассказать про одну ценность, про то, что вот я 2 февраля делал официальное открытие, и у меня даже записано, потому что у меня была запись. Настя Лобанова написала, я буду обращаться всегда, Настя, к твоему сообщению, потому что именно ты разбудила во мне это чувство, а я забыл совсем про него, в том, что это прежде всего, конечно же, также семейный бизнес, и о том, что вы можете здесь играть в эту игру и зарабатывать не одни. Вы можете это делать со своей второй половинкой, если у вас есть муж или есть жена, соответственно, от этого ваш брак будет только сильнее, потому что у вас будет общая идея, общая цель, к которой вы будете стремиться, вы будете в 2 раза больше денег зарабатывать, приносить свою семью, и самое главное, ваша семья от этого станет крепче. У нас есть ребята, которые позвали своих родителей, там, друзей, братьев, родственников и так далее. То есть и от этого их союз, их общение становится только сильнее, потому что появляется общая идея, общая цель, к которой все стремятся. Соответственно, цель у нас одна, соответственно, пройти все 9 ступеней. Если вы пройдете все 9 ступеней, то ваш разовый заработок будет порядка 2 миллионов. То есть когда вы дойдете до 9 ступени и закроете эту 9 ступень, порядка 2 миллионов, но заработок у нас до бесконечности. То есть вы откроете 9 ступеней, и все эти 9 матриц будут работать на вас постоянно, и через год, через 2, через 3 мы не уйдем с этого рынка, само собой, то есть кто будет убивать курицу, которая несет тебе золотые яйца, конечно же, никто, и, соответственно, наша сила – это в людях, и сейчас
любые компании, любые сервисы, любые продукты заплатят за то, чтобы уже сейчас поступает огромное количество предложений, чтобы разместиться у нас на площадке, потому что знают, что у нас одно из самых сильных сообществ сейчас стартует. То есть я вам могу громко заявить об этом, что мы тренд 2020 года. Мы не бегаем за чужими трендами, мы создаем свой собственный тренд здесь, сейчас. И, как вы понимаете, чтобы зарабатывать большие деньги, нужно зайти на старты. То есть мы стартанули, друзья мои, смешно, 2 числа. То есть 2 числа нас уже порядка 2000 человек, и у вас сейчас есть возможность зайти одними из первых и начать первыми продвигать в своем регионе это. А как вы понимаете, кто первый, тот и собирает все сливки. Ну, мне кажется, это понятно. Вот, поэтому смысл очень простой. Мы сформируем партнерский рынок, и мы будем делать это очень долго. Мы внедрим продукт, все это будет круто. Но, конечно, продуктом будет являться IT-продукт, то есть который не требует там расходов на производство, да, там не требует расходов на сотрудников, то есть все по минимуму должно быть. Вот. И на логистику и так далее. В общем, перехожу к матрицам. У нас есть 9 матриц. Соответственно, вы начинаете с матрицы в $10. Для тех, кто максимально амбициозен и заряжен на то, чтобы зарабатывать большие деньги здесь сейчас, моя вам рекомендация – зайти, разобраться в маркетинге, посмотреть, как работает маркетинг, и купить сразу 4 матрицы. То есть большие деньги притягивают большие деньги. То есть маленькие деньги, понятно, что маленькие. Я вам сейчас расскажу, как с $10 вы сможете заработать 2 миллиона рублей. Но, соответственно, можно это сделать там, за месяц, за 2, за 3, за 4. Можно это сделать там, гораздо быстрее. То есть смысл очень простой. Если вы покупаете бизнес-место в матрице за $10, у вас появляется, видите, у меня уже 14 кругов открыто. Соответственно, вот я первый раз пришел, когда-то у меня не было никого, ни одного человека не было. Я позвал своего друга, это мой друг Валера, который мне делает видеоролики. На самом деле он подписался на моменте того, когда я записывал видеоролики. Он меня просто записывал, и после того, как сделал запись видеороликов для системы, он сказал: слушай, прикольная тема, давай-ка я зайду сразу на 4 площадки. Понимаете, и вот я могу доказать, что в каждой из площадок он стоит на первом месте. На первом месте, потому что он зашел один из первых в наш сервис, потому что человек занимается фотографией, творческий человек, и он увидел в этом инструмент как раз-таки монетизации, потому что любому фотографу, конечно же, нужны деньги на покупку новой техники, на создание личного бренда, продвижение личного бренда, потому что чем круче личный бренд у него будет, тем больше у него будет как раз-таки клиентов в его бизнес, да, чем больше денег, тем круче техника в его бизнесе будет. То есть для него просто гейм это не какой-то бизнес, в который он пришел прямо с головой заниматься. Нет, это всего лишь доп. Инструмент, в котором он зарабатывает, и свои деньги он уже там буквально на 4-й, на 5-й день окупил, вернул, грубо говоря, да, и сейчас получает прибыль с этого сервиса. Смысл в чем? Допустим, вы зашли на матрицу в $10. У нас есть 2 уровня, то есть первый уровень прямо под вами, то есть человек слева, человек справа, и, соответственно, второй уровень, да, то есть это 4 ячейки внизу. С первого уровня вы получаете 5%, то есть человек купил матрицу за $10 по вашей рекомендации, то есть вы заходите в раздел «Партнерка» и берете свою реферальную ссылку, вот она. По этой реферальной ссылке вы, соответственно, будете приглашать людей. Также можете приглашать на такие вебинары, на которых я буду рассказывать, как что это работает. Соответственно, как у нас получилось? Фиолетовым цветом показаны мои лично приглашенные, кого позвал я. Соответственно, я позвал Валеру, и он встал сюда за $10, и мне за него начислилось 5%, 50 центов. Ну, скажите, вы небольшие деньги. Но вот именно с этого все и началось, понимаете? То есть всегда нужно смотреть немножко наперед. И я прекрасно понимал, сколько денег можно заработать. Спустя 10 дней, понимаете, я уже заработал там $3200, да. И маркетинг настолько справедлив, что любой из вас, кто сейчас зашел, сможет заработать гораздо больше денег, чем я. И здесь математически можно это обосновать. Смысл в том, что маркетинг справедлив настолько, что самые активные зарабатывают больше всех. То есть любой человек, который придет даже через год, сможет зарабатывать больше тех людей, которые пришли сейчас. То есть все зависит от вашей активности, от вашей энергии, которая придет из вас. Соответственно, я позвал 2 людей, у меня осталось 4 ячейки внизу. Я мог поступить следующим образом. Подождать, когда Валера позовет своих 2 людей, и тогда, если бы Валера, то есть если я кликну сейчас на его ячейку, я перейду к нему в матрицу. То есть смотрите, я перехожу к нему в матрицу и вижу, что вот, видите,
два человека, то есть эти переливы поставил я ему. То есть этих людей не Валера позвал, а я ему позвал этих людей, потому что у меня были люди, кого я мог позвать еще в этот сервис, я просто не стал ждать, пока Валера там разберется совсем, найдет время, чтобы сделать приглашение. Я ему сам поставил эти два человека. С этого аккаунта я получил 95%, и с этого 95%. То есть смотрите, $9.5, $9.5. Отсюда $9.5, отсюда $9.5. То есть я 4 раза получил по $9.5. Соответственно, у меня заполнилась матрица, да, и у меня некуда, то есть я пригласил 6 человек, как видно, все 6 человек я пригласил сам лично, и у меня больше нет мест, куда приглашать. Соответственно, я, закрыв вот эту ячейку, зарабатываю 390% прибыли, то есть $10, до $10 390% – $39, но у меня некуда больше приглашать. Соответственно, система автоматически, смотрите, что она делает, то есть я захожу в кошелек, она автоматически в заморозке и на реинвест. То есть, видите, в заморозке на реинвест. Что такое реинвест? Реинвест – это покупка новой матрицы. То есть она автоматически у меня замораживает деньги на то, чтобы я купил новый круг. И с каждого человека чуть-чуть денег замораживается на покупку нового круга. Сколько у нас новый круг стоит? $10. То есть в этой матрице новый круг стоит $10. Соответственно, я заработал $39 с этих 6 человек, и из них $10 у меня списалось на покупку нового круга, и у меня открылся второй круг. Открылся второй круг, и $29 деньги, которые капнули мне на кошелек, я могу вывести. Но самое интересное, что я могу вывести деньги, уже пригласив всего 2 человек, то есть не нужно ждать, когда матрица у вас закроется, то есть пригласив 2 человек, вы уже можете поставить деньги на вывод. То есть это самое важное, то есть мы не ждем закрытия матрицы, а мы получаем деньги уже после 2 приглашенных. Дальше у меня было опять 6 человек, и я опять 6 человек своих поставил. То есть, соответственно, смысл в чем? Я сейчас хочу показать один из кейсов какой-нибудь, где... Вот, желтым, смотрите. Я пригласил человека, это мой лично приглашенный. Семен, да, то есть встал сюда, Семен понял сразу же, что нужно сделать, и автоматически позвал своих 2 друзей. То есть Семен мне позвал людей, которых я знать не знаю, да, то есть одного из них Артема, а у другого непонятно как ник. Но смысл в том, что он позвал 2 своих друзей, с которыми я не знаком, но при этом я с них получил по $9.5. Семен с них получил, как вы понимаете, сколько? По 5%. То есть я открываю ячейку сейчас Семена и вижу, что он с них получил по 5%, но с этих 4 людей, которые у Семена, да, он получил по 95%. То есть и либо Семен их также пригласил, либо эти ребята их пригласили. То есть я здесь уже этого не вижу, кто из них кого пригласил, я же лишь вижу переливы и так далее. То есть и смысл в чем? Смотрите, в чем заключается еще матрица? Сейчас я хочу найти вам прикольный пример. Прикольный пример. Друзья мои, маркетинг любой компании, он сложен всегда. То есть сложно разобраться в маркетинге. И в маркетинге вы начнете понимать хорошо только тогда, когда начнете зарабатывать по нему. Это я вам говорю из личного опыта. То есть какие-то что-то непонятно, какие-то переливы, какие-то матрицы и так далее. То есть вы начнете понимать и вникать, когда начнете делать первые шаги в этом направлении. И тогда картинка у вас будет складываться, и все будет понятно сразу. Вот, сейчас я вам хочу найти один пример. Один пример. Поставьте, пожалуйста, в чат 10, если меня слышно, друзья мои, потому что вы ничего не пишете в чат, мне кажется, что я просто не на связи. Супер, все хорошо. Смотрите. Вот интересный момент. Видите, Лиля 2 раза выпала под моего личника. Смысл в чем? Видите, смотрите, Дима, это мой лично приглашенный. Соответственно, это тоже мой лично приглашенный, и, соответственно, получается следующим образом. То есть Лиля, закрывая свой аккаунт, да, то есть закрывая свой аккаунт, она автоматически переходит опять, то есть под себя же. То есть вот можно посмотреть. То есть в том, что она переходит, да, то есть и 2 раза, то есть вот этот верхний человек не пригласил никого, то есть ему пришел перелив сверху, что он сделал? Он поставил 2 человек этот перелив, опять пришел перелив, поставил. Короче, вот этот аккаунт получил 390% на полном пассиве, просто ему повезло, что
под него встал сильный человек, который ему поставил быстро людей. Соответственно, и здесь сила, понимаете, заключается не в том, что человек может, короче, не в том, что человек может позвать кого-то. Сила заключается в том, чтобы отключить свой мозг. Короче, это бизнес, ну, извините меня за выражение, да, то есть не для умных людей, потому что умный человек начинает слишком много умничать и слишком много себе ставить в голову предохранителей вот этот. Это бизнес, понимаете, вот я называю это для блондинки, да, то есть, надеюсь, не обижу никого, но это простой бизнес. Короче, здесь нужно просто отключить свой мозг. То есть я, когда начинаю зарабатывать здесь деньги, я просто отключаю мозг, не даю ему мне накидывать разные возражения, почему мне не стоит это делать, ой, репутация пострадает, ой, я вдруг откат, это вдруг нахрен пошлют. Короче, я это отключаю все, все, что может себе накидать умный человек, да, то есть я отключаю мозг и начинаю делать просто приглашение. И, соответственно, от этого у меня все получается. Здесь не нужно думать, короче, здесь нужно просто выключить свой мозг и просто нужно делать, 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 и сложного ничего нету. Короче, смысл в чем, что вы, купив матрицу за $10, сделав один круг, выводите деньги на вывод себе на карту. Соответственно, со второго круга у вас опять $39 заработанных денег. Из них $10 уходит на покупку третьего круга, а $20 уходит на покупку матрицы за $20. Это делается единоразово. Один раз только берется за покупку матрицы $20. Все. С третьего, с четвертого, с пятого, с шестого, с седьмого, с восьмого. Вот я сейчас 14-й круг делаю, у меня не берется $20 на покупку матрицы за $20, потому что она у меня уже куплена. Дальше мы переходим в матрицу за $20 и видим, что здесь сделано 4 круга. Соответственно, смысл очень простой. Логика та же самая. То есть с каждого человека откладывается чуть-чуть денег на покупку нового круга за $20 и чуть-чуть денег на покупку матрицы за $40. Это делается единоразово. Смысл в том, что сегодня у меня, допустим, встал человек сюда за $20, а сегодня там человек утром там за $40, то есть можем даже посмотреть уведомление, что, видите, мне сегодня начислено вот за первую, первая матрица сегодня закрылась, грубо говоря, здесь матрица закрылась, получается, вторая матрица, со второй матрицы пришло, здесь мне, получается, $76 пришло с четвертой матрицы. То есть, понимаете, то есть вот я сегодня, мне $76 начислились, четвертая матрица закрылась, ну, кто-то встал в четвертую матрицу, во вторую матрицу, в первую матрицу. То есть каждая из этих матриц – это как отдельный бизнес-аккаунт, который генерирует отдельно прибыль. Чем больше матрица, тем больше прибыль. То есть посмотрите, у нас есть матрица за $640. Здесь уже девчонки уже сидят, ждут за $600, за $640 они ждут свои переливы, свои команды и так далее. Как заполняется матрица? Смотрите, за 1280 никого нету, есть две свободные ячейки прямо под компанией аккаунт, друзья мои. Намек понятен? Прямо под компанией можно зайти на 1282 свободных места. Как заполнить матрицу? Есть три варианта заполнить матрицу. Первый вариант. Вам приходит перелив от вышестоящего наставника, и, соответственно, эти переливы выставляют, матрица закрывается. Но это утопия и путь в никуда, потому что это хорошо, это как бонус, но этого ждать не нужно. То есть переливы – это такой, знаете, халява, которую не нужно ждать, нужно действовать самому. Поэтому что нужно сделать дальше? Нужно приглашать самому. То есть самый простой способ – приглашать самому, никого не ждать. Соответственно, третий способ – это когда вы пригласили, и ваши люди закрывают матрицу, и они снова идут за вами в новый круг. Смотрите, приведу вам пример. На Диме. Смотрите, Дима был не один из первых, кого я позвал. То есть вот вы видите, что по факту одни и те же люди где-то высказывают. Вот Дима, вот я на третьем круге позвал Диму. Да, вот, давайте даже вот Никиту. Смотрите, вот Никиту. Я на втором круге зову Никиту. Вот этот вот молодой отец с коляской. Соответственно, Никита встает, пока разбирается, что нужно сделать, я ему делаю переливы. Как только я закрываю третий круг, видите, Никита опять подо мной появляется. Почему Никита подо мной появился? Потому что Никита быстро закрыл свой треугольник, быстро закрыл свою матрицу и, соответственно, опять появился подо мной. У него списалось с реинвеста $10, из них 5% ушло этому человеку и 95% не ушло. То есть 100% денег опять растворились в маркетинге. Опять Никита появился подо мной. Соответственно, опять Никита закрывает свою матрицу и опять должен появиться на каком-то из круге. Вот. И на пятом круге он опять появляется у меня, понимаете? То есть
Опять Никита закрыл свой треугольник, и опять появился у меня. И опять мне с него упало $9,5. То есть один раз я привел человека, один раз объяснил, один раз посадил ему семя в голову, это семя проросло, и это семя начинает давать плоды, и, соответственно, этот человек начинает генерировать прибыль для вас, понимаете? То есть, но вы должны понять, что Никита может больше денег зарабатывать за счет того, что Никита дает больше активность. Видите, опять Никита здесь появился. Опять здесь я ему перелив поставил, то есть он пока ждал или искал, кого пригласить, я под него людей поставил. Опять Никита получил, все получили, то есть Никита получил, я получил, все получили, то есть все кайфанули, друзья мои. То есть вот это вы должны четко понимать. Все, так, все показал. Вот, также у нас есть живой чат, в котором техподдержка, где вы можете написать свои вопросы, если у вас что-то непонятно или что-то вдруг там сломается. Ну, так ничего не должно сломаться. Так, а как мне включить рабочий стол? Вот такой момент. Так, все. А, друзья мои, рабочий стол отключился. Поставьте 10, если рабочий стол отключился. Все, отлично. В общем, друзья мои, смотрите еще раз. Маркетинг компании очень сложен, его сложно объяснять, но вы начнете понимать только, когда начнете зарабатывать. Вы должны понять, что за маленькую цену вы получаете огромную ценность. За $10 цена 3 чашек кофе вы получаете крутое окружение, крутые знания, обучение, возможность зарабатывать, генерировать прибыль. Соответственно, сложного ничего нету, все зависит только от вас самих. Если у вас есть сейчас кредиты, ипотеки, долги, какие-то долговые обязательства, или вы хотите купить в этом году квартиру, машину, просто подумайте на секунду, делая одни и те же действия, которые вы делали в прошлом году. Получится у вас это сделать или нет? Я думаю, что вряд ли. Нужно искать новые инструменты. Нужно по жизни быть экспериментатором. Нужно не быть скептиком, который «я не верю, не получится, я не знаю, сомневаюсь» и так далее. Нужно верить в себя, в свои собственные силы, и все обязательно получится. Маркетинг очень простой и понятен. Инструмент очень крутой. Смысл очень простой. Это инструмент, просто инструмент. Будьте экспериментаторами. То есть я всегда в своей жизни экспериментирую. Я захожу в разные эти финансовые пирамиды, захожу в криптовалюты, захожу в разные инвестпроекты, захожу, чтобы посмотреть это изнутри. Я был в огромном количестве компаний, чтобы посмотреть изнутри. Я иду туда за опытом. Я прям сразу себе говорю, когда я захожу в какую-то компанию, я говорю, я иду туда за опытом. И сейчас те люди, те лидеры, которые сейчас двигают вместе с нами этот проект, это люди, которых я собирал в жизни по крупицам. Понимаете, это люди самые близкие для меня, которые были со мной в каких-то проектах. Я знаю, на что они способны, не на словах, а на деле. И это самое главное, друзья мои, в том, что вы в каждом проекте что-то приобретаете. Но это не просто проект, это компания с огромным потенциалом. Соответственно, мы как руководители этой компании конкретно знаем, куда идти, куда стремиться, куда вести народ. Соответственно, мы пойдем туда, где дохренища денег. Где есть конкуренция, там есть деньги. Понимаете, где нет конкуренции, там нет денег. Мы пойдем в самую лютую конкуренцию, потому что мы молодые, дерзкие, амбициозные. Молодые – это не значит, что нам там 7 по 18, по 20 лет. Молодость, она прежде всего внутри. Я знаю людей, которым по 90 лет, но они заряжены, они бегают, они там на палках постоянно ходят, там летом на лыжах, они постоянно ездят отдыхать, кайфуют. У них огонь в глазах. Это люди, которые будут жить до 100 лет, они, у них планы там на 200 лет, понимаете? А есть люди, которые смотришь ровеснику в глаза, ему 27 лет, а у него огонь в глазах, у него огня нету, понимаете, он уже умер. Смотришь ему в глаза, 27 лет ему, а у него, как будто ему возраст уже 60, как будто он уже умер. То есть молодость – это то, что горит внутри, это огонь, который внутри вас. Дерзость – это значит, что послать абсолютно любого, кто скажет вам, что у вас что-то не получается. Дерзость – это значит, что мы будем отстаивать свое, и мы ни в коем случае никому на этом рынке не дадим вообще ни кусочек торта, за который мы пришли сюда. Мы заберем себе целый торт огромный, понимаете, друзья мои, то есть это нужно понимать. И никому ни куска не дадим. Мы заберем этот рынок целиком полностью себе. В этом дерзость заключается. Понимаете, мы голодные до денег, и мы жадные до жизни. Голодные до денег – это в хорошем смысле слова. Друзья мои, накидывайте вопросы, которые есть. Я с удовольствием отвечу на все вопросы. В принципе, не думаю, что нужно больше времени занимать. Правильно, меньше слов, больше делать. Нужно просто идти делать, и делать, и делать. Все обязательно получится. Если вы станете частью нашей команды, друзья мои, я лишь могу гарантировать, что мы каждого, абсолютно каждого выведем на результат, нужен только желание. Мы предоставим для вас всю необходимую инфраструктуру, которая позволит вам научиться работать с холодным рынком. Понятно, что мы за вас ничего делать не будем. Мы лишь вам дадим инструменты, покажем путь. Мы сейчас сами проходим эту дорогу, протаптываем эту дорогу, чтобы вам было легче идти. А, инста-дерево. Вот, забыл про него сказать. Итак,
У нас появится очень крутой инструмент инстадерево, мало кто об этом знает, вот, потому что я об этом объявил только 2 числа, и вдруг кто-то не видел, сейчас вы охренеете от этой новости. Просто охренеете от этой новости. Для этого мне придется сейчас открыть еще раз рабочий стол и показать вам еще раз просто гимн. Так, друзья мои, не расходимся, сейчас я вам покажу вещи, которые вы просто охренеете. Так, скажите мне, видно ли мой личный кабинет? Нет. Да, все видно. Смотрите, друзья мои, как вы понимаете, мы хотим, что тренд Инстаграм, то есть, ну, здесь даже говорить ничего не стоит. Мы не говорим про ТикТок, то есть есть три типа поколения, иксов, игреков и зетов, да, то есть иксы – это люди старшего возраста, игрек – это я, там, ту люди, которого моего возраста. Поколение Z – это люди 2000 года и старше, то есть оно в основном сидит в ТикТоке, и как бы у этого поколения сейчас еще нет денег, нет каких-то амбиций, и они как бы так еще развлекаются, живут, кайфуют там. Соответственно, у них еще нет четкого видения в этой жизни. Соответственно, это не наша целевая аудитория. Наша целевая аудитория – это как раз-таки людей старшего возраста научить инструментам, которые сейчас актуальны и приносят прибыль, и, соответственно, поколение Y научить зарабатывать через интернет. Соответственно, Инстаграм. Инстаграм – одна из самых лучших площадок, одна из самых… Не говори. Телефон можешь Wi-Fi переключить? Я на телефон Wi-Fi? Да, я сейчас дорогу. Опять минут, да, я сейчас иду в дорогу. А? Да, блин. Сейчас, друзья мои, буквально минуту, одну сейчас мне нужно переключить этот Wi-Fi. Этот. Ставьте пятерки, если меня слышно в чат. Поставьте пятерки. Друзья, поставьте 5, если меня слышно. Видно? Все хорошо. Все хорошо. Все, был небольшой технический баг. Друзья мои, перезагрузите. Те, у кого не видно или не слышно, перезагрузите. Перезагрузите. Так, соответственно, смотрите. Сейчас расскажу новость, от которой вы все охренеете. Смысл очень простой. Инстаграм – один из самых мощных инструментов для монетизации. То есть можно стать блогером, можно открыть интернет-магазин, можно сделать все, что угодно, они сами тебя найдут. Короче, смысл в чем, что Инстаграм – одна из самых крутых площадок для монетизации. И в Инстаграме, конечно, сидит максимально платежеспособная аудитория. Соответственно, кто бы хотел стать блогером? Поставьте 7 в чат, кто бы хотел стать блогером, дайте обратную связь. Что дает вам блогер? Вы можете... Как пропал? Да нет, я здесь. Друзья мои, да все, я здесь. Поставьте 7. Я не пропал, я здесь, все хорошо. Слышно меня, видно? Друзья мои. Видно меня должно быть. Yes, yes, хорошо. Друзья мои, видно меня или не видно? Все, смотрите. Друзья мои, про эту новость в Инстаграме я расскажу на нашем Телеграм-канале сегодня. На нашем официальном Телеграм-канале я расскажу новость, которую мы придумали. Это мощный инструмент, который позволит вам стать блогером в самые короткие сроки, буквально там за короткий промежуток времени поможет вам стать блогером. Поэтому сейчас смысл какой? Всем, кому интересен наш сервис, регистрируйтесь, активируйтесь, проходите активацию, пишите тем людям, кто вас позвал на эту презентацию. И, соответственно, пишите тем людям, кто вас позвал на эту презентацию, они вам более подробно все расскажут, покажут, объяснят, и куда входить, как, что нужно делать, добавить вас в наши чаты, и самое главное, скинут вам ссылку на наш Телеграм-канал, в котором я расскажу бомбезную новость про наш инструмент, который мы сейчас придумали, который взорвет ваш Инстаграм просто до небес. Я расскажу об этом в нашем Телеграм-канале. Сегодня на Телеграм-канале официальной компании. Кто не подписан, подпишитесь. Вам должны быть уведомления сегодня прийти. Нет, я расскажу про Инстаграм именно. На сайте есть презентация, да, друзья мои, маркетинга.
Дерево посадить надо. Нет. Дерево посадить, сына воспитать и так далее. Все, друзья мои, спасибо большое, что потратили 40 минут своего драгоценного времени. В общем, увидимся в наших чатах. Рыба, карась, игра началась. Присоединяйтесь вместе к нам, вместе с нами, и все будет очень круто. Поэтому спасибо большое за уделенное время.